Да, все замечательно. Настроение имеется. Как это так? На самом деле эмоции и чувства непередаваемые. Не знаю, такое может прийти раз в жизни. Начну я с целого клуба. Клубу я желаю дальнейших побед, продвижения, а также футбольных успехов. Теперь наша команда. Она, наверное, лучшая. Я ее люблю и очень горжусь ей. А себе могу пожелать только здоровья. Ну, этого хватит. Исправить нужно маленькие детальки. Наверное, даже все. Даже не знаю, что еще сказать. А пожелать могу также здоровья и успехов, продвижения в карьере. Настроение, в общем-то, отличное. Все хорошо. В этот Новый год, прежде всего, загадал, чтобы было все хорошо в плане семейных отношений и также спортивных достижениях, чтобы было поменьше травм и больше достижений. Но обязательно, чтобы футбольный клуб «Родина» гордился своими воспитанниками, то, что заняли первое место в клубной лиге, и все было в дальнейшем хорошо. Чтобы команда заняла первое место или боролись за призовые, и чтобы мы дальше сражались.